15 февраля в Сочи стартовал российский инвестиционный форум. На предложения Армавира, представленные на форуме, особое внимание обратил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава города Андрей Харченко отметил, что по итогам форума 2017 реализованы соглашения более чем на 500 миллионов рублей. Градоначальник заметил, что по рекомендации края в Армавире усилили вложения в некогда обанкротившиеся предприятия. На тех промышленных площадях, что ранее пустовали, появились новые производства, выпускающие гофротару и оборудование для нефтяников. На нынешнем инвестфоруме Армавир планирует подписать 10 соглашений с общим объемом инвестиций порядка 14 миллиардов рублей. В числе проектов промышленной отрасли – возведение машиностроительного завода, который будет выпускать свыше 500 единиц техники и 500 тонн антигололедной смеси в год, а проектная мощность завода по выпуску силикатной глыбы составит 12 тысяч тонн в год. Представленные проекты реконструкции Армавирской ТЭЦ, производства вагонов-рефрижераторов. Губернатор отметил, что Армавир – это мощный промышленный центр Кубани, и край делает на него ставку, что промышленную славу городу нужно не просто вернуть, но и приумножить.